Участники всероссийского проекта «Политстартап», представляющий городской округ Люберцы, встретились с наставниками. Начинающие политики рассказали о себе, а также задали интересующие вопросы своим старшим по статусу коллегам. На встрече побывала наша съемочная группа. «Политстартап» – это постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он направлен на то, чтобы выявить молодых людей до 35 лет с активной жизненной позицией, которые готовы попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. В городском округе Люберцы в проекте зарегистрировалось 68 человек. Среди них председатель молодежного парламента Ашот Маргарян. В этом году он участвовал в праймерис «Единой России». Это большой опыт, который можно получить, общаясь с коллегами, да, вот с нашими наставниками уважаемыми и так далее. Во-вторых, это все-таки какая командная работа с политтехнологами, да, с ребятами, которые входят в избирательный штаб и помогают в выбранной кампании. Кадровый проект не просто дает возможность заявить о себе, но и вдохновиться примером тех, кто достиг определенных высот. Во время встречи с молодыми людьми опытные наставники рассказали о своем карьерном пути и дали советы начинающим политикам. Работать с людьми, заниматься какой-то общественной деятельностью сразу тоже не получится. Всему нужна тренировка. Формирование партий, общественных движений, формирование в целом власти как таковой. Конечно, здесь совершенства нет предела, и надо все совершенствовать. Вот это вы и свои молодые люди. Я тоже был когда-то 20 лет. Я тоже в таком же подавленном состоянии, занимаюсь в спортивном зале, общаюсь с понятным контингентом. Подумал, что все-таки надо что-то менять и помогать. И тогда была организована общероссийская общественная политическая организация «Партия Единства». И эта партия меня заинтересовала как какое-то новое веяние, в которое я, соответственно, пришел. В беседе также приняли участие депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. У каждого участника проекта «Политстартап» была возможность задать вопрос наставникам. Молодых людей интересовали темы, связанные с патриотическим воспитанием детей, порядком участия в выборных кампаниях и развитием молодежных движений. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.